Ассаляму алейкум. Всем доброго времени суток. Я Ашимова Наэля Мукаддясовна, супруга Ашимова Марата Рафиковича. Он является известным адвокатом, членом президиума НАЮР, который специализируется на защите прав верующих, христиан и мусульман. Также имеет положительные характеристики от всероссийских общественных организаций. 27 марта 2024 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статья 30, по части 2 статья 159 УК РФ в отношении моего мужа, которого без оснований обвиняют в покушении на мошенничество неоконченный состав. У адвоката Ашимова 4 детей, которые в настоящее время не могут видеть отца, хотя он обвиняется по статье средней тяжести, ранее не судим, проживает с семьей в городе Саранске. 5 месяцев уже как он лишен свободы. И его продолжают удерживать под стражей до 26 августа 2024 года. В то время как потерпевший гражданин Остапов, который находится на свободе, сам является судимым, но по той же статье, но более тяжкий состав. Он признан основателем финансовой пирамиды, от которой пострадало 150 человек, ущерб которой составил 50 миллионов рублей. После совершенной им провокации в отношении Марата он оказался на свободе по УДО. Я прошу всех неравнодушных граждан России поддержать мой призыв. Свободу Марату Ашимову. Мой отец никого не убивал, никому не угрожал и не применял каких-либо насильственных действий. Он примерный семьянин, образцовый сын, муж и отец. Нет никаких оснований держать его в тюрьме до вынесения приговора суда. Я прошу всех неравнодушных граждан России поддержать мой призыв. Верните отца домой.